специально для Орешек Продакшн. Корреспондент из Лазурного продолжает. Вход на пляж. Итак, колесо обозрения. Набережная. Пока еще не полная. Людей мало. Но это прибрежная набережная. И вот такой вот вход на пляж. Их тут несколько штук. Пляж, как видите, широкий, песчаный, волейбол, горки, душевые кабинки, все есть, кафе, развлечения, массажи для бедного и богатого туриста, лежаки, на любой вкус, пожалуйста, смотрим. Дорожки выстроены деревянные. Ну и подходим к морю. Пляж достаточно большой, так что места хватает всем, хотя народу много. Сейчас народу много. Водичка. Довольно прохладная пока. Ветерок штормит, но тем не менее купаться можно. Давайте подходим к морю. Ну тут полный комплект. Бананы, мотоциклы, круги, все что хочешь. Ну чтобы понять размер пляжа. Солнце тяжело в одну сторону, ну и соответственно в другую сторону. Вот что будет лучше. Видите, да, пляж достаточно большой, достаточно. Травы мало, пляж чистый. Видимо, власти убирают. Вода, ну тоже достаточно чистая. Ездил немножко подальше, ближе к лиману смотреть. Там грязно, там видимо не убирают. Так что центральная часть Лазурного довольно неплохо. Можно отдыхать. Всем привет. Орешек Продакшн, лучшая студия.